представляет семейный сериал «33 квадратных метра». Сейчас положу, подожди. Сядь ровно. Уже буква «Зю» скоро будет форменная с горбом. Сережа, потише. Значит так. В общем, я думаю, что никому не надо объяснять, почему нам нужны деньги. Не надо. Надо, надо. А взять нам их неоткуда. Рисовать деньги я пока не умею. Воровать мы тоже не умеем почти никто. Слава Богу. Зарплату не платят 30 месяцев уже. Что делать? Что делать? Ничего делать. Кушай тортик. Будем грабить банк. Отличная. Отличная мысль. Нужно позвать в долю Николая. Давайте кипяточку подольем. Надо обменник грабить, где валюту меняют. Там охрана послабже. Не послабже, а послабее, надо говорить по-русски. Ёлки-палки, мужик собирается банк идти грабить. Она его грамматики учит, а? Знаешь что, Сергей, банк мы будем грабить один раз, слава богу, я надеюсь. А грамматика ребенку на всю жизнь будет. На всю жизнь, да. Еще неизвестно, чем он будет всю оставшуюся жизнь заниматься. Ты накакаешь. Да. Ну ты в тюрьму посадим. В тюрьму, в тюрьму. Уже давно плачет по тебе тюрьма. Жри давай, пока на воле. Пока. Что там шушукается на кухне? А? Чего? Чего? Хотят идти банк грабить. Бабка, не грабить, а брать. Все забыла, все слова. Опять давай повторим. Раскладушка. Раскладушка? Да не раскладушка, а мобильный телефон. Стрелка. И белка космические собаки. Сама ты собака космическая. Стрелка встреча. И собака. И встреча, и собака. Да ладно, отморозок. Заморозок. Вот ты у меня и есть отморозок. Три с минусом. Как с тобой наделаете, а, бабка? Да я молчать буду. Я буду только так вот кивать. И с тобой соглашаться. Парабеллум дашь мне? На. То, что банк брать решили, это идея хорошая. Ага. Только вот какое влияние это оказывает на подрастающее поколение? Ой, очень плохое оказывает. Согласна с вами. Но понимаете, выхода другого нет абсолютно. Новый холодильник надо покупать? Надо. Ну, на Nintendo мне обещали. Ну, это вас полностью оправдывает. Да. Хорошо. Банк какой решили? Я думаю, Империал. Ну что ж, хороший банк, я знаю, устойчивый, денег в нем много. Если немного ограбим, никто не заметит. Точно. Так, как заходим? Ну что как, мы как Роберт Де Ниро чулки на голову одели, раз там взяли из автомата, всех приложили, да, на пол. И потом они, когда в мешки деньги сложат, мы тоже всех раз убили. Потом тачку и уехали за город, и там на чердаке спрятали, никто не найдет нас. Да, на чердаке же... Чердак-то снесу, Серёж. Ну, а что, Ай? Очень хорошо рассказывал, по-моему. Все должно быть правдоподобно. Да. О, как. А не как в кино, да, Боря? Да, натурально должно быть. Точно. А давайте-ка, знаете что, может, нарядимся мы артистами все? Как будто мы пришли рекламу снимать в банк Империал-то. Голова жена у тебя. Очень правдоподобно. Очень. А, да? Мне нравится эта идея. А я тогда, как в рекламе это, как Александр Македонский, да? Помнишь это? Сказал тогда Александр Македонский... Сжечь все занавески в дому! Искатер сжечь, сынка, точно! А потом так, давай кольцо мне! И пошли они, и завоевали они эту муди... Намибию и эту Боливию! И эту, как ее, я не помню, да это... И Ярославскую область! Где бабка наша? Похож! Серега, ну вылетел! Я буду этим, который... Ты конем моим будешь. Серьёзно. Ну, умеете вы бабки грабить. Не буду я с вами. Куда пошел? Куда ты пошел? Ну, иди, иди. Иди, понял? А сегу-мегу себе, вот шиш получишь, вот так. Сергей. А чего? А я, знаете, когда тогда буду Екатериной, вот императрицей, так буду сидеть и говорить, а что ты у нас, Александр Васильевич, сегодня ничего не кушает, а? Похоже, да. Только я не понял, а кто такой Александр Васильевич? Александр Васильевич? А дед наш? А, точно. Точно? Дед. Дед, есть. Дед, иди сюда. Иди сюда. Он дед. Вот, сейчас, сейчас придет. Дед. Ну, ты где там уже? Почему? Вот. Александр Васильевич, вы почему чего не кушаете? А что, пожрать что-то есть? Давай. Похож. Дед-то. Вылитый. Знаешь что, дед, все, иди-ка ты, иди, иди. Давай, дед, иди, иди, дед. Давай, давай. Давай, давай, давай. Красавец. Орел. Бабка, продолжаем репетировать дальше.
Да. Короче, ситуация. Ты стоишь на шухере и... Чего? А, поняла, поняла. Стою на шухере, стою и чего? И чего? Вот едут менты, твои действия. Так вещь надо. Текать. Куды, бабка, а я? Сигнал. А, сигналить буду, свистеть буду тебе. Ну, вот-то меня и загребли. Пой. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. Ты можешь петь нормальную песню, бабка? Эти голубые глазки и хлопушки. А где же мы костюмы-то возьмем, Сережа? Где мы возьмем костюмы-то эти собрались? Да где-то. Давай не этот, не империал. На какой? Ну, другой-то этот банк-то. Ну, помнишь, там и у бабы день рождения, как будто бы в рекламе. У тебя все бабы. Не помню. Альфа-банк. Точно, Колька говорит. Альфа-банк. Да? Да. А, и мы как будто бы пришли на день рождения с подарками, а сами будем грабить, да? Точно. Так, подождите. А деньги на подарки-то есть? Да нет, конечно. Алло, Альфа-банк? Ой, Павел Сергеевич, здрасте. Зара, да, обязательно, обязательно. Ну что ты, радуешься? Все хорошо. Мама, в институте зарплату заплатили. За три месяца. Прикинь, насколько наклокало, а? Там натикало, ну, лимона 2,5 точно, а? На холодильник хватит нам. Оля, вам грабить не идем. Ой, да и слава богу, правда, слава богу. Может, я пока на радостях в магазин